Ой, блять, Арториас. Кстати, сейчас не ФПС был. Так что... Это мог и не я быть. Ой, хуёвый, понял. Я в курсе. Спасибо. Блин. Лол. Кроссапы! Нормас. Не, хуёво. Нормас. Ты в курсе, если этого больше дамага, чем... Ой, нормас. Я прыгну хуёво. Антиэйры печати. Да, это... Ару. Я не знал, что это так панишится, честно. Блядь. Такие так долгие тайминги на разрыв граба? Блять, какие мы суицидные. Да ладно, я специально, блядь, не говорю. Да Артурис, блядь, проседает, пиздец. 4 фрейма. О, во, вот начинается, нахуй. Это между раундами только. Да нихуя. Оно синхронит просто между раундами. Сейчас не лагает. Алло. Ой-ой-ой, вот раз я эскейп такой. Вот оно проседает, блять, Артурис. Да нет, такого, алло. Вот ты сейчас херню делаешь, а не я, понял? Ой, ой, ой. Бам, 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 бам. Ой, не так сделал, но ладно. Ой, блядь, не достал. Блин. Блядь, лоу. Лоу надо было. Ну, снежинку поставь, я не знаю, блядь, да. Сука. Ого, мана готовилась растет. Бля, я постоянно пытаюсь там всунуть. Плохо. Все убили. Да уж-то. А чё Хакумен весь белый? Потому что полезная такая. Потому что он Хакумен, идиот. Блять, ну тут проседает нереально, серьезно. Проседает на 6Б. Да. Чип. Блять, че ты прыгаешь так? Фубуки. Фубуки. Я пытаюсь. Нормально. Бам. 3C не забывай, у тебя хорошая 3C есть. Блядь, ну ты охуеть. Грязь, грязь. Блядь. Боже мой. Блядь, сука. Да я хуйню делаю. Да, я его выебал, лагает. Он на 6B два раза лагал, блять, Арториас, я тебе серьезно говорю, хули ты лагаешь на 6B? Я делаю 6B, там проседает, и я не успеваю лэнд сделать туда. Это персонаж такой, блять. Там серьезно, блять, проседает, это же ебанулся. Проседает между раундами, у меня 60 FPS во время игры. Проседает, алло. У меня 60 FPS. В чем тут FPS, нахуй, там типа пингует. Во время 6... Дайте чё? Дайте я, блядь, лозунг возьму. Маски. Тайм-аут нажимай. Всё, я тебя сейчас на лозунг себя обосу, потому что вы... Три раза, нахуй, на этой комбе дропнулось. Именно на 6B. Да, блядь, на 6B, Арториас. Вот ты сейчас будешь сосать, ты будешь орать, типа, вот, блядь, он кидает. Я буду проигрывать, я буду кричать то, что ты лагаешь. Давай так. А, да, вот именно, блядь. Не, ну если типа видно, что лагает. Я же не пижу, блядь. Во, вот ты охуел, видел? Это синхра, прикинь. Вау. Так она и во время матча, блядь, проседает, алло. Не так. Ну не так. Вот, охуительно, просто шикарно. Что это такое? Куда ты? А, понял. Черные дуры были, блядь, засосили её. Начинается, блять, серьезно, вот проседает же, вы что, блять, не видите, серьезно? Не, нема. Да нема, блин. Ладно. Там проседает, алло, нахуй. Да, это я. О, Арториас, что это за хуета? Ой, я на своей комбе проседаю. Ну, какая разница, на чьей-то комбе проседаешь? В
Вот опять, ну чё за хуета? А может ты лагаешь? Да, конечно, я. Чувак, у меня комп не тянет, или интернет? Комп. Да, комп. У Эссен не тянет. О, начинается, раунд старт лаг. Ебать. Ой. Слышишь, Герма, джамбе тоже хорошая фока. Окей. Блять, мне чтобы сделать ёбаный микродэш, надо обосраться нахуй раз 100. Короче, Джин такой стоит на месте, а как он сам, короче, вокруг него, блядь, прыгает. Ах ты, сука. Throw reject miss, что? Это он, типа... Ору меня не прошло. Я сказал, на лагах, нахуй. Да-да, тебе там предок помогает, ты лагал. Ты видел, я комбу дотнул? Ты видел, я на 5b комбу дотнул, ты чё? Я 3 раз на 5b поймал, алло, на одном месте. А чем мне помогает? Ну, потому что лагало. Ну конечно нахуй лагал, видите, я ж сказал, блядь, сейчас начнёт, блядь, засадить, да, будет да, лагать. Да я рухлю. Пиздец. Так Артурис, реально же, блядь, лагаешь, что в углу в правом было? Скипать? Ты олень. Я не знаю. Играйте, блядь. Фифиа, может? Можно сейчас после батла, давай. Начинайте. Ну. Ну давайте, ебашьте, чё вы. Штибаняли. Шибанутый лагерь, блядь. Найс мем. Не надо. Сам-нибудь там лагает там. Бля, Турис лагает, все, не надо. Ой, не раз бы. Ну да, лагает. Не раз бы. Даже на лессенсе лагает. Давайте. Вот прям на комбах Джина, где дэшки используются, там нереально. Ой, блядь! Вы чё шутите? Блять. Бля, так ты его далеко отобил. Ебать, ты микродэши понял. Даже предок дропит комбу. Предок слишком много пок, блять, там не надо 2b. Там 2c надо только. Ебать, фантомная рейнджа я видел. Пиздец. Куда ты живешь, блядь? Я случайно это нажал. Вот это лайк, очень случайно нажал. Намешал. Стрелку, стрелку, стрелку. Ну куда там уже нет, Зумар? Ой, ой, ой. Ару. Короче, Акема играл предок, его учит. Предок играет в Акема, учит. Конечно. Оооо. И ады, и ады. На 50 метры-то. Там и стрелку можно было. Просто по инверции насадился. Сусана вроде по цешке комбится, нет? Какушки! Фантомными линзами себя убил. Да. Так, это что за хуйня? Какашки! Да хуйня. Вообще грязь на самом деле. Вообще хуйня на самом деле. Он такой взял. Я с таким звуком бутылки отлетел. Боже мой. А я говорил, что у Джина ДП параша. Я говорил. А оно живет прожектайл, эта тема. Оно? А, у Джина ДП прожектайл точно, я забыл. А Влашка живет прожектайл. Пока 17, Джин ДП прожектайл. Вообще пуху. Слишком, слишком, бля, предок, опасно. Вот ты бы сейчас бы 6-ап сунул, тогда вообще похуй было бы. Предок, давай-ка 2А, 6, 6С там вообще, 2А, 6D. Ой, больно. Фу. Панчет, блядь, надо было двумя панчами дать. Минус ППС. У вас тоже приседало? Нет. Ну ладно. Джин, короче, FPS забирает у противника. Там дэшные комбы реально FPS жрут, прям.
Я тебе говорю, я тоже ебанулся. Так что, ФФА будет или не будет? Ладно, сыграть? Да ладно, давайте уже поиграем так. Посмотрим. Давайте так посмотрим, да, я готов. Башка немножко побаливает. Ну да, мне похуй вообще. Ну, выбираем. Да я скин себе выбирал. Скин. Блять, вот если честно, меня заебывает часто играть на одной и той же палитре, но если это не классическая, например, как Урали, потому что других нету, блядь. Джина нет нормальных. Не, у Джина есть нормальные палитры. В Цефе и в Кашее и вообще пососные палитры, типа. В ЦПЕ тоже хуёвые. Кашее пососный, чё, ебанулся? Не знаю, мне белый Хакумен нравится. Там есть серая палитра, она заебательская. Господи, блядь! Шурикен. Канта. Канта. Дождь-то. Ой, хороший микродэш. А чё ты не сделал Сикаджин-то, лол? А там... Время? Типа того. Грязь? Нет. Нет. Красиво. Я ж грю, блять. Спешл просто охуеешь там. Я ненавижу такого. Ой, нормально. Бля, там милипиздрическая комба на дамаг. Ой, там, точнее, милипиздрический дамаг, который не надо. И что? Ты ж, бля, зря тратишь ее. ДП! Ой, высоко был, высоко там через ДП, нет? Нормально. Ой. Блин. Хорошо, ой, как хорошо. Сикаджин. А то ли с Муген, наверное, хотел. Наверное. Или что-то запорол. Не знаю. Риверс. Ой. Вообще думал, он 3C даст. Все перемешалось, там в углу тейкер с афро и в шапке. Я думал, ты просто встанешь, типа... Вот это трансформер. Ну да, я думал, ты встанешь в блок, и я сделаю... этот самый цубаки. Вообще, блок вот в таких ситуациях вообще хуёвая идея. Лучше там выпрыгивать за блоком или... Саны, у нас там мега-трансформер. Короче, там мейд-геймы, блядь, не шинаются. Я подумал, то, что ты в блок сядешь. И по ноуту, что я дам птице. А что ты нажимал? Я субаки прижимал. Импут вводил. Потом 6Б в лицо прилетело, я такой. Разводочка. Мега. И только потом я подумал, что надо было щит как урод спалить. Там и Муген, там все. Бля, а чё я же с барьером вроде прыгаю. Да, блядь, точно барьер. Я забываю про эту хуйту. Это изю. Ресетики. Бля. Имба. Да. Топ разводки. Да я хуй сосущу. Как играть в босс блю без реджактов? Мы говорим то, что. Меня еще было. Два к демеджа с такой многохитовочки, что за хуйня? А что за стартер был? Ладно. Ах ты ж сука. Ой. Дикий камбы.
Лютый, лютый океамарио. Совсем уже, блядь, не зибило. Блядь. Это было ДП. Я видел. Да, который нихуя не прожрался. Нет, там... я видел, ты встал. Ра... А там большой же бокстан. Да не, там нет. Короче, он запорол его. Я вифнул по нему панчом после ФЦ, и я вижу, видел, как он встал там. Так, что, пред... А, ты, еба... а, ты со мной хотел? Банталин. А? Ты банталин, блядь. Ты банталин. Он казами щима идет, что ты его сделаешь. Я уже матча против Рагны выучить, я нихуя не помню. Кулак уже ломается. Матча против Рагны. Да хватит Лассен это ставить. Всю жизнь играешь, только в ББ не можешь получить. Ну, кстати, это проблема почти всех игроков, кто играет в ББ, типа. Выучить матча Рагны? Да, никто не знает. Хуяли его, никто не знает. А может, на хули все сошли? Логично. То, что ты 10 лет Рагну ставил? Сейчас не только мой Рагнер играет. А кто? Ну, рандомный Рагнер. Ну, блин, они все говно, и типа их побеждаешь. А тебя не побеждаешь, что ли? Ну, какие еще Рагны есть там, я не знаю. Там Дэвиды какие-то там. Не, ну, европейские. Я европейских тоже нету. Да, блин. Ну ладно, надо было кенселить. Ну ебаная ТП. Ох, я еблан. Это топ. Все, блядь, Сусана плей. Блять, ты знаешь спецэффекты. Сука, он ДП мешает на вейке, блять. Ой, ебать, у меня 5Б даже дропнул. Да-да-да, мой косяк. Ах, блять, ты не поднялся. Не хватит. Не, это грязь уже. Блин. Фак. Я не то сделал с этим. А ты там в любом случае не умер бы. Что, самый умный, блядь? Ебать. Не, я думаю, я бы умер. Если... Не, а там... А если я ДП на Машу Акьяма? Ну, ты бы сдох. Там Муген нельзя да, вставить. Нет, у тебя лифт, ты бы сдох. Че, не факт, там активов много. Вы закончили или что? Нет. Давай сейчас играем. Там Муген нельзя вставить, только на фул заряженном 60. Типа, DP в фул заряженном 60 не накажешь. Блять, где мой ДП нахуй? Блять. Бля, это чёрт меня выиграл. Сусана нахуй для даунов. А где ДП? А почему я ДП не дал? А, блять, мувердайв нажимать. Конечно. Ой. Я тебя... Сука, вот за Сусана нахуй лоу скилл надо иметь, чтобы выигрывать хотя бы. Слышь, аноки тяжело открывать. Бля, чувак, я понять не могу, почему у меня лагает. Я не знаю, может батя что-то еще. Может батя. Все, Сусана, ебало, что он будет бить. Блин, ору. А, мама. Откуда у тебя нахуй 376 матчей? Не знаю. Все, сейчас буду максимально даунски играть. Майонезный. Бля, я ж назад держу. Ару, надо было держать. А ты каунтер? Ха-ха-ха.
что это хуйня. Что, что такое? Я видел стартап. Это че вообще такое чудо? Сложно это. Ару. Фабрика вырежи маленькая, должен был. Что там миллионный комбат? Я тупо стоял. Я а нос. Почему ты не грабнул, скажи? Потому что ты не жал граб. Ну что ты ебанутый, блядь. Заебался, Лео, мне не смешно. Ну мне смешно, это фраза, я ее запомнил. Почему у меня не получается так? Бля, ладно, надо перестать делать дупановый. Надо посмотреть, что у меня хочет. Ника, смотри здесь. Это ж не кантер. Ты рофлишь. Рофлит. О, сейчас я Маздай врублю и будет. А, нет, я не врублю Маздай. Я не бочу. У нас будет, блядь, игра с... сдох. Конечно, я же сказал, что я так. Блин, я хочу заменить. А? Да что ты хочешь? Я не умею играть, как яма. Я хочу заменить... Надо. Дайте мне сказать. Я хочу заменить обычным Маздаем вот этим кавером. Который Базбуст? Да, который... Уцу супамарики! Я не слышал. Камера аж рычит там. Ой, я хайджам забыл сделать. Хокутон гейбер. Знаешь что, Маздаи ноль, смысл. А? Есть смысл. Ноль. Есть. Ноль. Есть. Mm-hmm. Угу. Я слышу прямо этот английский фу. Да ладно, я не зарекаю. Меня слишком рано антиэрежу. А. Чисто вспышку увидел. А? Майонезный. А, это оверхед был? Ну там, да. Там 4800 где-то было. Ох, блядь. Бэкдэш хуёвый. Ой, дотянулся. Ой, блять, я не прыгнул, а что третий прыжок. Три прыжка сделал? Конечно. Где мои инвли? Блять, где бэкдэш и хуль-то лагаешь, чмо? Ау, он моё ДП перебил. А я подпрыгнул, что ли, это рекавери? Блять, что делать с этим уёб... Хана. Пиздец, он такой мешер, нахуй. Блин. Эдак, блять, почему Хана такой конченый, нахуй? Даже он не умеет играть, блять, выигрывает. Ты матчапа не знаешь. Посиди в тренинге и посмотри в блокстринге. А чё мне, если я даже не знаю его, типа, комбов? А тебе не надо, просто заходишь в тренинг, выбираешь Сусано, играешь за него и смотришь и долбишь куклу по блоку, и чё там канцелится у него. У него там после сэшек можно это, лезть. Так у него еще и спешалы, блять, открываются, которые можно канцелить после нормалу, после и... которых панишить. Так еби его до того, как он откроет это. А после? Ну а после можно ДП нажать. Нет. Почему мне два админа жалость? Ау. Это вообще типа бывает, я перебил антиир. Рагны. Первый раз я вижу такое. За спину? Потому что ты хакума. Блин. А, я не смог это отбить почему-то. Уж контр. И чё? Нет, именно ударом. Я намешал что-то? Да. А как, блядь, тогда больше играть как туда?
А, говно. Ебать, ты перебил. Берёте стойку. Не, серьёзно, не ловит? Ару! Юкиказа не ловит прожектайл 6А, Сусана. К значит красиво. Ты ж приземлился, как ты меня ударил? Кьяма, это прикол был? Да. А, это надо бочи, типа? Чё, там нормально дамагас Тейра? 200? Блядь, да. Где ты жги, пожалуйста? А, чё это было? Бля, я комбы сильнее, это не знаю. А чё так много дэмэджа с обычной комбы? Не контрхит, не цели. Нужны комбы с 5С. Пошли ещё. Я не понимаю, блядь, Сусана не нанесёт много дэмэджа, если, блядь, не анлокнет. Да, сколько бы ты ни кукаекал, что Сусана там анлокать надо, всё равно даунский, нахуй, деградантский чар. Ну ты не подамажишь без анлоков, или не посейвишься. Да. Я не рофлю. Я могу открыть комбы с него и посмотреть. Ну посмотри. Так, ему. А. 5С, там, в смысле, 5С. Как танешь? Без контра, да. На миде? Да. По-стоящему? Да. Их нет. Заебись, блядь. Я б что-то так и думал. Ну только заметно. А, вау, это как? Это у кого? А что было? Это у кого 5С? У Джина на миде без контрхита. По-стоячим, без метры нет комбы. Ну, типа там 5С, 3С, айскар, все. А, да. Кек. Айс с контром? С Б? А, как же он долго приземляется, как же он медленный, этот Сусано. Ту корнер. Какой-то странный персонаж. Все, блядь, летают быстро. А, я сейчас спамил вешку, она мне не нажалась. Почему? Я же все правильно делаю в тайминге. Это было другое. Ай, блядь, еще и так кэнселис, окей. А что мне делать? Объясни. Ну, только бочить надо, атаковать я не смогу, да? Да. Типа, блядь, я вообще не могу атаковать, да? Где, блядь? Ну вот, мне только бочить тебе надо. Кто именно? Все, вот эту хуйню ты даешь, у тебя минусов вообще нет? Не ДП, в айре. Ты какую-то хуйню в айре сделал, типа, очень слоу, типа, рекадришься, по сути, сразу даешь какую-то хуйню. Я еще не знаю, как это назвать. Понял, предок, он ловит после 2CD этот, блядь, спешл постоянно. Вообще будто без минусов играешь, только на ДП минусы. Че жать? Пипец, 4К. Что там он сделал, ты сделал? Что он спешл вечно ловит, короче, после 2CD. 20... И говорит, это не могу. Типа он онлайн. А, ты 2D ему в блок делал, ты он сосульку жрет? Нет, он с эйра жрет 2. Ой, 5С, ой, 2С и 5D. А. Вот это. Ну так я онлайн-дю атаку, типа. А, я не могу достать, короче, сейчас. Короче, он твои аэрпоки жрёт. Из нитрона. Да. А, ты дропнул, но, блядь, я не рекавернулся. А там что, после 5D в воздухе можно сделать спешл? Ну, как бы, все нормалы спешл канцелятся в воздухе. Да ладно. Ару. Кек. Я не знал. Буду жить. Охуеть, ну как ты быстрее меня нажимаешь в айре эту хуйню? Неужели у меня стартеры 10 лет?
Конечно. Ну, Рилли, вот что это было сейчас? Вот никогда впервые не нажимал. Не знаю. Это за ДП? За ману, то есть. Блять, за метр, сука. Это за доты ебучий уже, блядь. Юрга. А, золочку не ждем. Ой, спам. Блин, серьезно. Сложно. Как, почему я не рекаверюсь на дропах твоих? Я ж, блядь, держу. Чё за прикол? Прики через жопу. Почему здесь просто нет рематча? Типа, ты закончил файт, и сразу тебе влезет рематч. Потому что это ББ-тим. Они не делают хороших радуг. Ну это так сложно рематч просто на одной мапе оставить. Это же не Tekken, тут... Опять там кукарекают. Но с загрузкой. Знаете, блядь, где даже есть рематчи? Сука, в Униеле даже есть рематчи, блядь. Разве? Ну, ББ есть, и ББ есть рематчи, только они в оффлайне. Охуенно. Блин, Джин... Херовый матч, на самом деле, против Хокумена, мне так кажется. Ну такое. Вообще, мне он вообще не нравится. Вот это что было, почему я не мог ДП ввести? Это анти. Мне против Найн. О, я не слышу ни хуя. Как интереснее, приятней. Ты матчап не знаешь, откуда. Против Джина? Я его знаю более-менее, но не Хокумена. Более-менее, так Джин же нахуй, вообще мозг не еби и бан, сука, нахуй. О, нихуя себе антиэйр! Да. Это чё? Да фуки. После вымешивания? Ну, вымешиваться за льди на лоб. А, да не только это. Блять, пупы Сусана плеера нахуй. Да пошел нахуй. Блин. Серьезно. Да. А, сука, все во все канцелится точно. Как я мог забыть? Так, все, готовься сосать нахуй. Тратишь 75 метры за джина и, короче, получаешь 4200, блядь. Да хуя, да? Прям вообще. Ну это была комбо чистым добиванием. Нихуя себе, она была с нормального старта. С какого? 5Б. Блин, я в воздухе был. Ой, РЦ. Тем более я там, это... Если типа просто подходили, там матч. Я на воздушную комбу поднял, потом еще типа 2.20 дал, потом, ну, через метр. Потом воздух поднял, еще и луком добил сверху. Не знаю, там, по-моему, типа 5Б, 5С. Ай. И там через снежинку 4 когда могли. Я могу отъебись. Блин, такой большой рекавери, ору. Ой, блядь! Чисто повезло. На Донзетсу? Что он такой долгий? Блин, ору. Бля, он, короче, намешал спешл, а я сделаю сразу. Чисто, бля, ты не говоришь, что ты этот ансейв хуйню? Ты эту ансейв хуйню специально хотел сделать? Да, я ее спамил специально. Ты ее спамил, вот именно. Ну, я хотел ее сделать. Да почему я так поздно делаю второй спешл? Ой, блядь. Да, Донзетсу. Да, ебанутый. Кто? Сусано? Он сложный. Чё, пацаны, бэкдэши? Я хуеваю.
На релиз бандит. Я хуй просто, я вообще. Я пел. Тебе его йодзуми, да? Ой. Да, да, конечно. Ебать. Ебать, пока. Да ладно, я что-то нажимал. Ты постоял такой. Ай, additional, блять, ебан. Блин, кошка, реально болит. Сука, опять кэнселов, нахуй, ау. А, я слопал чисто. Ну, хватит меня. держал. Это лол? Чё говоришь? Я нихуя не говорю. Это был лол, когда ты проехался на хуя? Да. Окей. Кстати, на записание. До кошее, типа, он был не лол. Он просто летел, блядь. Серьёзно? Ну да, он по воздуху летел просто. А, ну да, да, да. Ну там, подожди, подожди. А, да, блядь, точно. Там 4 вариации было. Ёбаный пёрвот, блядь. Там сосульки, блядь, были пизже. Ну да. Там сосульки были. По цешке, по цешке. Ёбнул цешку, побежал. Охуенно. Не за что. Не за что. Ой, тебе повезло. А чё это было? Как я эту хуйню прожал? Объясни мне, я тебе не прожал. Спешл кэнсел не уходит. Как я прожал астрал, ёбаный раз. Вниз, вниз, вниз. Астрал для дауна. Он не жмется вниз, вниз, вниз. А, ну знаешь, полукруг назад, вперед. Он не полукруг, он вниз, назад, назад, вниз, вперед. Как у Рагана ебучего. Хуй знает, мешал хуйню какую-то. Как я это намешал? Это нереально. Реально? Я, блядь, не могу остаться. Ты на голове играешь? Вот так вот, блядь. Молчать, нахуй. Моча. Понял, блядь? Моча. Ты моча. Да. Асано, блядь, для пацанов, которые шарят. В говне? Да. Тупо, жуков навозим. Я тебе объясняю, блядь, подскользнулся и упал в Сусану. Вставай, вставай, папа рядом. Ару. Ну чё это за хуйня? Это было, должно быть, короче, DP моего вайр. Ну ты бы всё равно бы отсосал, я думаю. Я мог просто не попасть. Это бред, но я не знаю, когда. Это, оно похоже на минус очень сильно. А так это фреймтрап наёбка. На что на минус похоже? Айскар 2Б? Нет, там другая залупа. Спешл воздуха. Ебать, его ДП моё перебивает, а это для читерства. Моё ДП говно. Делай позже. Почему не кенсели? Я не умею кенсели, я еще не привык. Блять. Сложно за Сусану. Не, ну тут нужно вок пошел кенселить. Надо было панч ставить. Ой! Я цешку нажал. На 5b нету джон кенсела. Ой, я ж панчец нажимал. Охуенно. Что это за Что за хер?
А на кенсел нет, блядь, сдохни просто. Нет, на кенсел сдыхай. А это ресет, да? А, нет, это не ресет. Или ресет был Акема? Нет, блядь, это была струк рамба. Ты не понял, я вроде видел, что счетчик упал нахуй. Нет, там не упал, нахуй. А мне кажется, я текнулся и кайл говно. Нет, там не было ресета, если бы там был ресет, то бы, блядь, в середине там бы сдох. Там всего 4к за 100 метров, если чё. И овердайв. Окей. Мне, чтобы наносить больше 4к, надо, блядь, открывать нахуй дохуища всего. Нажимать. Б, С, Б, С. Не, мне надо открыть первого у третьего. Прикольно. Да? Нахуя так тяжело? Изи покемон. Чё там со сулькой? Конечно. Ебать, взлетел. Ой-ой-ой-ой-ой. Босс. Да. Муген не реверсил. Ну ты сначала овердрайв нажал, а потом муген. По-моему, наоборот, не? Надо. Вообще, да. Да не, нажал овердрайв, смотрю муген такой, о, муген. И нажимаю его. Вот эти, блядь, игры, которые... Где хотят, блядь, группу, блядь, терпят и хотят одной комбой, блядь, вообще, блядь, этого. Так повезло там. Вот это ДПД не достало. Всё, ебало готов нахуй. Труба Сусана. Труба петух. Знаешь, что я до кемпа бежку хочу? Ну? Не, давай в ВБ, давай в ВБ поиграем. Давай, еще два раунда. Два пола. Я зову Тао того в ГГ, или как он там? Томо. Нахуй этого дебила? Ну он смешной. Какой смешной? Дебил, да, я понимаю, смешной. Прикол его, в чем он смешной? Ну он шарит, турбить. Да, шарит, как последняя мразь. Ну это турбопой, он умеет турбинить. Есть турбодаун, есть турбобоги. Но турбо всегда говно. Никто не умеет бочить спешивы на адвансиде. Так, такого типа. Бля, меня уже заебал Маздай. Я его не ставил. А ты авто? Авто стоит. Хуяли у них авто Маздай. Ого, это чё? Это каунтер ещё, да? Да. Ну, пиздец, моему ебалу. Сложно. Сейчас это порыва и рваная хуйня. Ну это почему? Я не хочу рвать их. А чё не? А, у тебя ДП пойду, шикарно. Я чувствую себя в аркадном зале, короче. Я себя чувствую долбоёбом, блядь, играя с Суфаном. Вот этот шум позади. Кто-то там играет. Блядь, как... Ой, даунский чар, нахуй.
Yes, ты бы это видел просто, блядь, я сохраню это, понимаешь? Это просто ор нахуй. Он ДП тебя убил? Да, он ДП убил так тупо, я в километре делаю спешл цешный, воздушный, и он типа меня ДП достает там, квадратом, блядь, которого нет, нахуй. Но он любит мэш. Да, он пиздец мэшит его. И цешку. Ну да. Ух, блядь, пиздец, надо было бежать. Так, я тебе сейчас басу. Да всё, хватит уже. Пошли бегать, скажи сюда. Мне так нравится, что он, блядь, нихуя не умеет, но выигрывает, блядь, серьезно. Да чё ты на меня рейджишь? Я не рейджу, я рейджу на твоего персонажа, ебану. Да, слово, я эту долбоёба, блядь, поставлю нахуй за 30 минут и выебу. Чё говоришь? Я говорю, я его за 30 минут поставлю, блядь, три комбы выучу и выебу. Кого? Пройдёт больше, на самом деле. Да чё ты, блядь, нахуй, отцепись, я. Ой, погоди. Я не знаю больше, на ком играть. Он настолько тупорылый, блядь, зачем? Я Edge Down, чар дизайн понравился его. Че, нормально игра, блин. Самые тупые перри, которые я сделал за эти. А почему? Это панишится. А, сейчас не зарекаверился. Самое тупое перри, которое я сделал. За всю жизнь, наверное. Хуя отъехал. А тебя ударило? Тебя ударило. Тебя. Я знал. Я тоже не знал. Ёбаный ДП мэш. Ты не хочешь его. Я думаю, я проплыву под ней. Не скэнслил. Он почему не поехал? В блоке сидит, жми. А нихуя, ты чё за какой охуевший граб? Акияма. Она не рвётся. Рвётся? Она нихуя не рвётся. Ты не умеешь. Я мэшу сейчас эту хуйню. Булды мне, что не надо, мэшу. На реакте я не хочу это жать. Ну, блядь, Сусана плееры. Нет, это ГГ плееры. Короче, тут пацаны живут профитами. Чекай грамм. Труп, пацаны живут предиктами, профитами, но никак не реактами. Реактами живут Call of Duty дауны. Call of Duty. Это Battlefield Down сказал? Нет. Это шутера дауны сказали? Чисто шутеры для даунчи лютых. Правильно. Overwatch даун. Overwatch тоже дал говно. Ну, это моба. Пиздец. Это парашют. А, да, Overwatch это моба, блядь, все забыли, да. Точно. А почему? Что заебал, блядь, пустить после каждого блядского удара, нахуй. Нормас. Спасибо. Надо было там ЕПК замешать. Надо было. Рэпик-то хороший, да? Да. Хуя, что это, блядь, было? Ты маму ломает. Ой, блядь! Просто, знаешь, насколько у него бьет ДП? На расстояние моего 2D, нахуй! Предок, 2D, блядь, его рейнджа ДП. Понимаешь?
Я думаю, это нормальная ситуация для его. 2D, чувак, я его бил в нейтрале 2D. 2D, типа, колу в нем, но он мне перебивает ДП. Сохрани реплей. Там реально, там реально настолько длинная рейнджа. Реплей сохрани. Да, окей. Я его лучше сохранил. Господи, какая кривая комба. Но дамага 3500. Но все забывают, то, что это спешл кон. Пиздец. Пиздец. Просто у него Air Pocket его метровый нахуй. Я по нему джамп сцена и буду доставать, когда надо попробовать. Я сохраню предок. Посмотришь просто. Скинь я тоже. Нахуй тебе скинуть. Просто. Друзьям похвастаюсь. Шучу. Я тоже хочу пересмотреть оранжевый вот этой прикрутки. Серьезно, я тебя обсикиваю? Да ну чё ты, блядь, яма, ну успокойся. Сейчас нахуй всё будет серьезно, блядь. Бомжом играю, блядь. Ох, пиздец. Я сейчас там мало позову. Чувак, я только серьезно играю, мне похуй. Ну хорошо, да, ко мне не вини. Don't blame me. А я рвал. Бам. Найс. Он только что 6B перебил мою звездочку. Понятно, Кена. Понял, предок, он 6B перебил звезду. Ну, он не мог этого сделать. Он сделал это. Он мне в контр ебало попал, и она, блядь, типа пропала. Хотя... Сохранять это же? Ну, нет, это был впереди звезды. Это было в стартапах, наверное. Дать. Невозможно сделать звезду спереди. Ой, посади себя, невозможно. Ну, ты, наверное, сделал и подбежал дальше. Нет, я не успел отрекавриться, он с вейка сделал. Это в стартапах, наверное. Ну, да. Он в 6B с вейка сделал. Ну, он стартап успел. Да, нихуя приморозил. Когда ты нокдаунишь, надо сразу ставить. Гейм. Это чё такое, блядь? Не, без ДП не порвать. Ой. Астралом. Гигишка? Бля, Гема, ты против Дауни чё клеишь? Чё ты так потеешь? Куда? В рифму? Чё? А, да. Но на глаголах это рифмы тупые, на самом деле. Самые примитивно даунские. Не, на глаголах даунский. На глаголах. Ихний. Ихний. Прикинь, у нас слово ихний есть. Акиама. Словаре? Да, украинском. Жестко. Так вот откуда это пошло? Ой, найс граммы там, я существую. Ого! Хуя! Серьезно, ты не кондицию это дам. Бля, как я поймал-то? Хуя ты там пригорел, блядь, с М4C, блядь. Да понять, не сделай. Не подходи ко мне. А минус ебанутый. Бля, тяру, 0 фреймов. Это панч был? Да, это кик. А, я охуел с того, что это был бы панч. ББ нет киков. Б. Киков. Откуда нахуй ДП? Р-
А, она вторая, она вторая. DLC. Просто ору нахуй. Это вторая печать, пиздец. Ну да, спец. Типа, это пиздец, блядь, привет. Нормально это? Не, это да, он что-то хуйня. Я думал, она где-то, блядь, восьмая или седьмая хотя бы. Чё-то ты перебежал. Ой, добежал. Суки. Подойдите, спасите. Какой же он медленный, блядь. Какой же он, сука, медленный. Я и всё равно чисто стату успевает. У меня в контур. Я нажимаю встать, но он не встает, ору. Все, ластец. Мать. Я реально башка болит уже от этого говна минимума. Я хуеваю с Сусаной играть, привет. Тебе приятно с Сусаной играть? Нет, но... Чё я поделаю? Чё поделаю, да, заставляют же в это говно играть. Вот, вот не люди нахуй. Не, ну типа... Там просто... Выучить надо, и всё. Я так же на Хибике, блядь, горел. На Хибике хуйня, блядь, а вот этот уёбок. Ну ты хуйня, пока ты нормального Хибики, блядь, не встретишь. Хочешь я тебе с Чибики дам поиграть? Я даже не хочу, блядь. А мы играли с Чибики. Отставай, нахуй. Ну, а Кема не играл? Или я играл? Я не видел, как он играет, блядь, это штуку. Это Кемка, кстати. Да похуй, она играть не умеет, блядь. Не, я имею в виду, как будет хорошо Кемка не играла, она все равно Кемка не умеет. Она, блядь, на уровне Дремнаута играет, это ж пиздец. Ебать, сколько кэнсел, ну тебя нахуй. Ой. Хуйня полная. Да ну отстань. Чё, ДП нету, пидор? Ну серьёзно, типа? Блядь! Что, ты nice. Серьезно, ты хотел грабнуть мой оверхед? Да не, не про это забей. Это то, что. А Кема, где ДП? Дай ДП. На ДП. Бля, если ты не лочишь ДП, ты сосешь. Типа то, что оверхед. Я встаю. Но чарик не встает. Ты хочешь щедрый, как будто в текен играть. Кстати, типа DLA. Я недавно это. Tech Tournament 2 поиграл на PS3. А мы, кстати, в субботу играли. Мы в субботу в него играли. А Counter Combat? А, я думал, я, блядь... Там, блядь. Это, во-первых, там живой онлайн до сих пор. Я там... Это... Там вообще пизо забей, чувак. Во-первых, это отличие от Tekken 7 нормальной игры. Не, Кем, оно это грязно. Она... Типа... Грабы эти ебучие. Ты можешь ДП сунуть. Седьмой Tekken, он более кузовальный. ДП в грабе не, нельзя. Да ну чё ты, блядь? Охуенно ливаешь этот... А, блядь, вы же играли, ёбаный. Давай еще Акема пофайтимся. ПП, блядь, на боссе. Акема. Рядок, заходи. Пошли еще пофайтимся. Да давай доиграем одну и пойдем. Да, тоже с буквами в ГБ-то. Ну сейчас дай... ББ еще доплеем, Акема. Вы, блядь, играть. Я с тобой говорю, пошли, доплеем, ББ. Предок, давай, заходи ко мне, да. Сыграем, пойдем в ББ. ББ не будет. Я заебался в ББ играть, оно однообразный пиздец. Ну, мне что-то прикалывает. А что там за ремарк? Что ты записал вообще? Я записал ебанутый хитбокс. А ну, скинь. Их надо смотреть и вырезать. Нет, их можно скинуть. Как их можно скинуть? Файл залазишь там, типа... Я не помню, реплей вроде, и там вот файлы. Серьёзно? Да. Надо посмотреть, какие там последние, типа. А, они видосами сохраняются? Они файлами сохраняются. А, окей. Ай, потом скину. Надо посмотреть, какой из них тогда. Там я вроде 2 или 3 посмотрел. Ой, блядь, списал. Ай. Who did it, man? No, white pen. Tell me, Teme, sama kanada va. Hey, Nini. Hey. Leo, we. Hey.
бля, какой же ВБ в этом ВБ, блядь. ВБ, да. В ГГ охуительный музон. Просто шикарный, да. А есть моды на мапы в ББ? Мапы из ГГ в ББ? Нет, я имею в виду ББ. Кстати, в Central Fiction втором есть чуть мапа Blue. Ну, а ч... нету разве? Не, я имею в виду вообще, в самом Central Fiction есть мапа Blue на стейдж? Да, в онлайне её не так. А чего? Это какая рума? Ну, блин. Ну вот это, блядь, синяя, ёбаная. А, Лессенс? Какой нахуй Лессенс? О чём? Карта Блю называется. А, Блю. Бля, её же вообще нельзя использовать. Можно. А почему её нельзя использовать? Потому что... Может, коннектировый. Потому что она всего лишь самая нахуй полигонная карта, которая идеально бы подошла до коннекта. Поэтому арки все обосрали нахуй. Чуваки, ебанутые олени. Конечно. Арки облютим ебанутые олени, блядь. Они хуй делать. Вообще нихуя не умеют делать. Если они еще и чары Казунеля засрут, блядь, в этом ебаном просто гладе. Нахуй обосу их офис приеду. Потом в рай на туре отправишься чисто. Конечно. Прибежит чисто соу такой. Защищать своих друзей. Бля, ну я горло порву. У меня ж горло заболело. Ну иначе членов.